Сочи, это был последний шанс завоевать медаль на Олимпийских играх в личных гонках. Королева биатлона вцепилась с первых метров дистанции и вместе с Кузьминой лидировала всю гонку. Судьбу золота решил лишь один промах. Но белоруска завоевывает свою пятую олимпийскую медаль. Серебро на третьей Олимпиаде подряд. Это фантастика. И трибуны приветствуют Дарью Домрачеву и Анастасию Кузьмину. Болельщики действительно заждались от биатлонисток медали. И в первую очередь от Дарьи Домрачевой. Сегодня она выходила на старт без лишнего груза. Смогла оставить в прошлом три неудачные гонки. Стартовать Домрачевой пришлось из третьей линии. Она долго выбиралась из окружения других спортсменок. И только после первой стрельбы вышла в лидеры. А дальше буквально полетела по трассе за своей очередной олимпийской медалью. Этот масс-старт был гонкой Домрачевой и Славочки Кузьминой. Они вместе шли по дистанции. Две стрельбы обе биатлонистки прошли чисто. И уже тогда стало понятно, Даша свой шанс не упустит. Досадный промах на третьей стрельбе из колеи спортсменку не выбил. Потом, после серебряного финиша, она отметит и работу сервисной службы. Смазку для лыж выбрали верно. Кстати, лыжи к старту лично готовил супруг Домрачевой, норвежский биатлонист Ули Эйнер Бьорндалин. Во время гонки он тоже был на дистанции. Конечно, я слышала и летела, старалась лететь еще быстрее. Толкалась из последних сил. К последней стрельбе Домрачева подходила пятая. Рисковать было нельзя. Белоруска выцеливала каждую мишень. Да, времени понадобилось много. Кузьмину было не догнать, а вот обойти остальных легко. И она делает этот серебряный выстрел точно в цель. И убегает за Словачкой, на каждой отсечке отыгрывая секунды. Но на финише только вторая. Вера в себя до последнего. Вера в себя и в свою команду. Конечно... Те испытания, которые удалось преодолеть, они сказывались в напряжении, конечно. И я бесконечно рада, что все эти сложности удалось сегодня преодолеть и собраться на сегодняшнюю гонку и дотерпеть до конца. Отлично. Она так классно прошла дистанцию. Это была увлекательная гонка. Конечно, это отличный результат. Было очень весело смотреть на нее. Приятно, она молодец. Мы за нее болели тоже. Медаль наша королева биатлона получит завтра. Сегодня лишь цветы, яркие эмоции, за которыми огромная работа ее и тренерского штаба. Для Домрачевой из Кардина важно было забыть неудачи. Они классные биатлонистки, одни из лучших, что я знаю. И сегодня они показали, как нужно бороться, несмотря ни на что. Надежда Скардина в масс-старте финишировала седьмой. Она единственная из всех спортсменок, отстрелялась чисто, без промахов. И это тоже классный показатель перед эстафетой. Я очень рада, что Даша получилась, и она меня так вдохновила. Я видела, что она идет вторая, и очень была рада за нее. Вообще очень рада за нашу команду, потому что всем хотелось медали, все понимали, что они могут быть, но их нет. Вот, и, может быть, вдохновила вчера победа Ани Гуськовой на фристайле. Мы очень за нее переживали, волновались и очень были рады, когда она выиграла и взяла золото. Ну а Дарья Домрачева еще на 4 года точно останется единственной биатлонисткой в истории, выигравшей 3 золотые медали на Олимпиадах в личных гонках. Сегодня такой шанс был у немки Лауры Дальмайер, но Даша оставила ее далеко позади себя. Теперь в коллекции Домрачевой олимпийские медали всех достоинств. Дебютная бронза Ванкувера, 3 золотые из Сочи и серебряная из Пхёнчхана. Не хватает только эстафетной награды. Груз все время висел, что вот нам вроде как можем добиться большего, но не получается. И, конечно, легче будет. 20 февраля пройдет смешанная эстафета, 22-го женская. Шанс на медали остается до последнего. И сегодня Дарья Домрачева, несмотря на все сложности Пхёнчхана, еще раз всем это подтвердила. Андрей Бондаренко, Виталий Мотин. Наши новости. ОНТ, Южная Корея, Пхёнчхан.